Зовут меня Татьяна Завражина. На данный момент мне полных 46 лет. Вот через месяц будет уже 47. У меня, получается, двое детей. Две девочки 22 года и 18 лет. На данный момент девчонки живут не совсем со мной, но рядом. То есть мы живем близко, мы друг другу помогаем. У меня живы родители. Папа с мамой, им по папе получается 82 года, а маме 77 лет. Будет вот в мае. 76 полных будет, 77 лет. Не могу сказать, что родители очень здоровы, да, но они тоже стремятся быть здоровыми. Мама вообще меня полностью поддерживает, она помогает мне. Изначально всю жизнь она занималась травами. Собственно, наверное, от нее это и передалось, потому что мама, у нее всю жизнь была дача. Я выросла прям на даче, чуть ли не родилась. То есть у нее всегда была дача, и я всегда жила на даче вместе с мамой. Вот, и она всегда выращивала какие-нибудь растения лекарственные, она в них очень сильно влюблена, какие-нибудь ромашки, календулы, мяты и так далее. Сейчас у нее пол огорода занято уже травой, которую мы потом у нее на огороде собираем, делаем всякие настоечки, что мы делаем еще, порошки, много чего делаем. То есть много растений растет у мамы на огороде, она сама до сих пор занимается огородом в свои 77 лет, 76, да, было вот. Вот, и папа, у папы другой взгляд на жизнь, совершенно противоположный, но мы с ним уже перестали бороться. То есть у каждого свой путь, и каждый выбирает свою жизнь, да, свой жизненный путь, свои приоритеты. И спасибо, что папа нам помогает с дачей. Так вот, у мамы всегда были какие-то растения на огороде, и я себя помню прям вот малюсенькая, прям вот, ну, сколько мне там, годика, может, 3-4, я все время в траве. То есть вот в этой траве я прям в ней выросла. Родилась и выросла я в маленьком городе, военный городок называется Арсеньев, в Приморском крае. Все его могут найти, увидеть на карте. И я самый обычный, стандартный советский ребенок, родившийся в роддоме, выросла я в пятиэтажке. Сначала потом это была девятиэтажка, да, обычное здание, да, советских эпох. И, видимо, то, что во мне проснулось, да, вот это стремление к земле, к растениям. Ну, во-первых, есть некое предназначение у каждого человека, с которым человек приходит в этот мир, да, в эту жизнь. И, скорее всего, мое предназначение — это работать с травами и с людьми. Потому что, когда я сейчас работаю с растениями, я не учусь с ними работать заново, а я как бы вспоминаю то, что во мне спало. То есть я вот беру растение, и я с ним прям разговариваю. Для меня это как, ну, какой-то родной мир, с которым я всегда взаимодействую. То есть для меня это не что-то новое. Я не что-то новое открываю, а для меня это как повтор пройденного материала. Поэтому я предполагаю, что все-таки я родилась с этим предназначением, работа с травами и, ну, вот все, что травы могут дать для людей, скажем так, да? Вот. И у меня сама мама тоже, видимо, мы с ней по одной линии идем. У меня мама тоже, сколько я ее знаю, всю свою жизнь, она всегда работает с травами. Не так, конечно, радикально, как я, но сколько я ее помню, у нее всегда что-то сушится, что-то растет, что-то висит. Она всю жизнь запаривает чай из шиповника и каких-нибудь цветочков. Вот, всю жизнь она собирает эти листья смородины, листья малины, даже если она потом их не использовала, она каждый год все равно их собирает. Вот, то есть есть вот эта родовая линия, да, родовая программа. И я взяла ее от мамы, мама взяла ее от своей мамы, потому что она рассказывала про бабушку, которая тоже всю жизнь что-то выращивала. Вот, то есть есть родовая линия, есть собственное мое предназначение, и вот оно как-то все сплелось воедино. А вот, и это точно работает по родовой линии, потому что моя младшая дочка, она тоже с закрытыми глазами собирает растения. Она знает их уже больше, чем я, в свои 18 лет. Она изучила все окрестности, нашла все растения, которые никто не мог найти. То есть у нее прям, ну, это очень легко получается. И она сборы сама составляет, и сама очень хорошо оперирует вот этими понятиями с травами. То есть это однозначно родовая линия. И поэтому я очень благодарна своим родителям, что я родилась у них, да, и у меня была возможность изучать это все с младенчества, ну, с детства, да, скажем так.
Вот. И то, что касается моего детства, я вот сейчас как в себя вспоминаю, все время я на этой даче, и я где-то там в траве что-то собираю, где-то ползаю, где-то какие-то цветочки, вот, или на огороде что-то собираю. Редко я была на огороде, в основном я куда-нибудь уходила в лес или в поле, даже вот прям маленькая у нас просто дача такая была. Она прям на окраине, с одной стороны лес, с другой стороны у нас большие поля, и у меня была старшая сестра, она сейчас есть, и нас отпускали, то есть меня отпускали, вот там, я маленькая, 3-4 годика, 5-6-7 лет, и я помню, мы с сестрой ушли куда-то там, утром ушли, вечером вернулись, и все время мы в этих полях что-то там собираем, что-то там пробуем на зуб, на вкус, то ландыши, то адонисы, то еще что-нибудь. Да. То есть как бы мама за нас не переживала. Мы утром идем, вечером вернемся. Всегда брали нас за грибами. Уже когда вот я стала постарше, лет, наверное, 7, меня таскала мама все время по лесу. Они у меня с папой грибники. И я даже помню себя маленькую, что-то там, наверное, мама говорит, годика 3 мне было. Они без меня пошли в лес, я на них так обиделась. Принесли ведра с грибами. И такой большой гриб был, наверное, обабок дальневосточный, такой прям большой. И я его выхватила, забрала, села на него попой и говорю, мой никому не отдам. Я прямо помню эту ситуацию у мамы, спрашиваю, говорю, мам, сколько мне было лет? Она говорит, ну, может, 2,5, может быть, 3 года было. Настолько вот тяга была к растительности, да, что вот ребенок, который кому-то там куклы интересны, да, а мне было интересно вот в этих грибах поковыряться, там, в каких-то там, не знаю, болотных кочках, все время по болотным кочкам бегала. В городе, когда жили там и в городе, на дачу мы выезжали только по выходным. Это, получается, в пятницу уедем и в воскресенье вечером возвращались. Так вот, в городе мне было вообще ничего не интересно. Ни куклы, ни игрушки, ни телевизор. Я просто не понимала, зачем это все нужно. И в детском садике, когда я в детский садик ходила, у меня прямо с детства была такая мысль, зачем детей закрывают в тюрьму. То есть вот я нахожусь в детском саду, я смотрю, что я живу, вот я ребеночек, да. Ну как, я не понимала, что я ребенок, я просто осознаю, что я — это я. И вокруг меня такие же я. Вот нас много я, и мы зачем-то закрыты в тюрьму. И я все время не могла понять, зачем нас в тюрьму закрывают. Мы, ну, как бы, для чего? У меня был такой вопрос весь детский сад. Потом, когда детский сад закончился, я такая выдохнула, думаю, ну, наконец, слава богу, тюрьмы не будет. Потом началась тюрьма-школа. Вот. И я тоже приходила в школу и все время задавалась вопросом, а для чего нас закрывают в школе в тюрьму? То есть зачем это все? И вот у меня этот вопрос меня никогда не покидал. Пока вот я не повзрослела, я все время задавалась вопросом, зачем нужен детский сад, зачем нужна школа. Я не задавала эти вопросы родителям, потому что, ну, не было такого контакта плотного, да, и я понимала, что, ну, как бы они сами в тюрьме, и, ну, не знаю, в общем, я не помню, чтобы я эти вопросы задавала. Я их не задавала родителям, я просто задавала их сама себе. Почему мир так создан, что мы, люди, все время находимся в заточении? То есть вот в детском садике я не могу делать то, что я хочу. Я хочу выйти погулять, там, не знаю, дуванчики пособирать. Мне нельзя. Почему я должна спать по расписанию, если я не хочу? Почему я должна делать то, что я не хочу, там, где я не хочу? А почему так происходит? Зачем это происходит? То есть вот прям с измальства, прям с детского садика я помню этот вопрос. Я хочу гулять, да, допустим, а мне нельзя. Я хочу еще что-то делать, мне нельзя. И получается, что, ну вот, когда детский сад закончился, у меня наступило такое облегчение, что мне не целый день нужно в тюрьме находиться, а у меня хотя бы полдня тюрьмы, вот, и полдня у меня свободных. И я когда приходила со школы, я задавала вопрос родителям, можно ли не ходить в школу. Ответ был сразу, нет, нельзя. То есть ходить в школу обязательно, спрашиваю, почему, потому что так все делают. Все, других вариантов нет. А если я буду не ходить в школу, мы тебя накажем. Все, то есть, ну, как бы я не имею возможности делать то, что я хочу. И я приходила когда со школы, у меня любимое занятие было забросить все учебники, и вообще ничего не открывала, все, я все бросила и пошла на речку. У нас там речка текет, она сейчас называется Арсеньевка, а старое название у нее Халаза, потому что китайская территория, старые названия сохранились, и мы их помним. Вот. И мы уходили на Халазу гулять.
с подружками или я одна, мне даже было не принципиально, с кем я одна или с друзьями. Ну, чаще всего я была одна, иногда с подружкой, которая тоже такая же свободолюбивая. И мы вот с ней все со школы ушли, там в обед, да, и до вечера. Все, и до вечера мы на речке. Зима, лето, весна, осень, неважно. Мы там с травой, с деревьями разговариваем. Я прям, ну вот как сейчас помню, у меня была любимая елка, под которую я все время приходила, разговаривала с ней, там на что-то жаловалась, она мне там что-то отвечала. То есть я разговаривала реально с растениями. То есть для меня это были друзья, с которыми можно поговорить. И я не нуждалась поэтому в социуме. То есть вот, ну, так вот получилось, что в социуме я особо не нуждалась, потому что для меня все деревья, они все разговаривают. Вся трава, она вся разговаривает. Речка, она разговаривает. И мне никогда было не скучно. Вот. И так, в принципе, все прошло до момента полового созревания, до юности, да, только в юности я себя осознала лет в 15, что я, оказывается, ну, не одно целое с растительным миром. До 15 лет это было вот просто я и растительный мир — это единое целое.